Ну что, ребятки, снова новый сериал «Замбеты». Давайте заценим. Первую серию выложили в Ютубе. Посмотрим, если серия, ой, реакция наберет больше 3000 просмотров, то продолжим смотреть дальше. Нет, так нет. Судя по названию «Замбеты», мне кажется, там что-то связано будет с мамбетами. Не знаю пока, что за юмор там, но мне уже пишут, типа, заценить, посмотреть. И мне кажется, это что-то качественное, потому что делали ГГ-шоу, ну, у них на канале выходит. И я надеюсь, то, что это что-то крутое. Давайте посмотрим. Против, если так расположусь. Назар Бердигулов. Ладно, мне кажется, тут я не Последние вижу поступления знакомых новости. лиц. Не успел мир прийти в себя после пандемии коронавируса, как был обнаружен новый штамм неизвестного вируса. Этот вирус вызывает животную агрессию. 21 год. Мы похоронили его, но ночью он вернулся к нам домой и попытался нас съесть. Ничего себе, хоррор какой-то, да, у нас тут ужастик. Клево, клево, мне нравится, как... Что мутит Казахстан? Нью-Йорк, Москва, Лондон, закрыли границы. Эпидемия охватила уже 250 стран. Вещание основных телеканалов прекращается на неопределенный период. Типа, знаете, этот 28 дней, недель спустя. Сегодня наступил 237-й день создания вакцины от вируса. Человечество пытается снова встать на ноги, ведь сегодняшний день запомнят на века. Сегодня день окончания зомби-эпидемии. Вируса на Земле больше Замбеты. Нет. Я повторяю, вируса на Земле больше нет. Так, пока, короче, не было известных имен. Генерал. Либо я не увидел. Генерал, мы кое-что нашли. Вам нужно обязательно на это взглянуть. Опять фотографии. Лучше видеозаписи. Видеозаписи? Мы выяснили. Видеозаписи были сделаны выжившими людьми через полгода, как началась эпидемия. Мне кажется, с помощью этих видеоматериалов мы получим ответы на все наши вопросы. С чего начался апокалипсис и как происходило заражение. Давайте посмотрим. Все понятно, как... Да, сейчас мы в те времена, типа, вернемся. Как не работает? Вон красная точка ж горит. А че не видно нифига? Крышку себе не заебал. А, вот теперь работаем. Базару нет. Пацаны, капец страшно. Давайте быстрее. И вообще, почему вы в этом магазине техники забыли? Или вы что, камерой зомби будете убивать? Это с башкой хоть раз подумай. Ты прикинь, если мы на эту камеру сейчас заснимем, как мы тут среди зомбаков выживаем. А потом, когда это все закончится, на YouTube выложим. Вы прикиньте, как мы хайпанем. Сильно, сильно. Кто о чем думает, конечно. Эй, все, пацаны, валим быстрее камеру, бери. Погодил, погодил. Я в бумагу и спиздил, и посмотрим, что он делать будет. Да он голый выбежит, стабильно с голой жопой сейчас. Пацаны! Оу! Говорят, бумага закончилась. Да мы знаем. Принесите от Делай, что хочешь. Я, пацаны! Сам сходи, занят. Опа! Эй, Руссела! Эй, не здоровай! Вы серьезно? Да. Давайте дальше посмотрим. Вот эти! Ты же похер, что в жопу! Эй, делай, делай! И что, мы постоянно будем снимать, как этот Рус срет, что ли? А что снимать-то? А как, что? Как мы выживаем здесь среди этих зомбаков? Это же влог хули. А чё, как влог снимать? Да хер его знает. Ну, походу, надо там познакомиться, там, рассказать о всей хули. Ну, давай-давай, попробуй. Я, что ли? Ну, конечно, давай. Давай-давай. Всем привет. Меня зовут Тима. Это
Это наш... Эй, что-то я вообще... Эй, вообще не так, и подожди, меня снимаешь. Я точно так же начинал влог снимать. Давай, покатило. Салам алейкум все мы. Кто, короче, это сейчас смотрит, да? Вы конченые долбоебы. Тиля, что, тупой ты, что ли? Кто так влоги снимает? Я видел, как это снимают. Ну-ка, ну-ка. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте рэп. Ты что, совсем, что ли? Дурак ты, что ли, это в конце надо говорить, тупарик. Вообще, нафиг нам нужны эти влоги? У нас что, дел, что ли, нет? У нас дел до хера, пацаны. Давай, короче, завязывай, поигрались и хватит, это блудня. Салам алейкум всем, это влог выживших пацанов. Меня зовут Тима, я главный. А это Тиля. Босс, это команды, на. Хуесос этой команды, бля. Мамбет, короче. Это, короче, Рус по кличке Индеец. Ну или Индеец по кличке Рус. Апачи. Короче, смотрите, какая херня была. Полгода назад какой-то вирус распространился, и все люди в мире в зомби превратились. Фигня во всем мире. И даже на нашем районе, прикиньте, все в зомбаках превратились. Аза, братаны, айба черные, айра географ, прикиньте. Ты что, и долбоеб, что ли? Если он сказал во всем мире, значит, и наш район тоже охватило. Я конкретно во всем мире не был. Я конкретно за свой район в курсе. Или что ты хочешь? Чё, блядь? Чё, ты чё, сука? Чё, ебаный? Ахан, да, ебану. Короче, мы только втроем выжили. Как говорится, выживают только достойные. Ну и Руся. Как все было-то? Ну мы первое время в магазине одном кантовались. Удобно, что, питание, все дела. Ну туда все щемились. И зомбаки тоже за ними. Нам пришлось уйти оттуда. Слава богу, пацаны прошарены, в беде не останемся. Мы поняли то, что в городе зомбаков зафига. И надо идти туда, где людей особо нет. Ну и вот потом нашли этот дачный поселок. Тут и людей до этого особо немного было. Короче, когда сюда зашли, тут бабка с дедом зомби были. Я залетаю, у меня бита вот такая. Моешь, бабка бежит на меня, ебалдос. На, нахуй. Она летит, еба, орёт, блядь. Не говори так, ты не старше. Ну мы их убили жестко. Короче, я вам сейчас нашу хату покажу. Смотрите. Это, короче, покажи, наш... покажи. Иди, это, иди, короче, иди. Вот тут, короче, наша хата бодрая. Неплохая, детская. Чтобы ее найти, нужно пиздец как постараться. Вон там, вон второй этаж, да? Мы и там живем, подальше от зомбаков. Чуть-чуть по чуть хату обустраивали, когда в город ездили, всякие нищечки привозили. Вот дверь даже сами сделали. Сейчас я поднимаюсь на второй этаж, все четко вам покажу. Сейчас я уже поднялся почти, смотрите. Вот оно, то место, которое я вам говорил. Сейчас покажу вам. Вот оно! Величайшее место для пацанов! Это вот, короче, Сонька, да? Мы, бля, в компьютерном клубе спиздили, бля, на районе у нас. Это компы тоже оттуда своровали. Доту сидим катаем, с нубами в основном. Это, короче, наша качалка самая лучшая. Три дня везли! Зачем вообще возили? Вообще не качаемся. Только сидим и доту играем. Это, то есть, мы всегда хаваем, вообще грязно здесь все. Даже убираться не хочу. Это, короче, комната жарная. Тимоха, ты что делаешь? Ты что снимаешь, что гонишь, что ли? Ты что кипишуешь, все ништяк же? Кто тебя поставит, зомби-полицейский, что ли? Я заебал похуй мне, давай иди отсюда, видео удали только. Все, удалю, я удалю. Я нахуй не удалю, это же контент бодрый будет. А дворик у нас зачетный, да? Это мы все у соседей спиздим. Это, короче, наши ворота. В одно касание катаем. Там бассейн, купаемся. Там теннисный столик катаем, теннис. Кстати, знаете, в чем кайф зомби-апокалипсиса? Раньше бабок не было нормальную одежду носить. А сейчас в оригинале что-то кайфует. Вот это у Конора. Салам закинь. Кому? Вот сюда салам закинь в камеру. Кому в камеру? Кстати, может показаться, что он прикидывается тупым, но это не так. Он не прикидывается тупым. От души, брат. Не за что, Руся, обращайся. Он и есть тупой. Ну что еще сказать? Все ништяк. Ну есть одна проблема, конечно. Ебаться охота. Телок реально не хватает. Ну мы ничего, справляемся с пацанами. Вот что у нас, вот что есть, да? Вот она. Это наша комната для медитации. Один кон спускались в город за блин, продуктом. Блин, столько секс-игрушек всяких, короче, женщин, а это, там, кажется, резины уже. Я что только не придумали, у них мой ничего член нет в комнате. Вахуй. Ну мы и сразу все это сюда перетащили. Короче, тёлок у нас нет, но я вам покажу, что у нас есть. Погнали, да, погнали. Это пиздец, вещь, да, реальная. Что, готовы? Засекайте. Смотри, смотри. Опа. Её, короче, Рус откуда-то достал. Мы сначала тоже в ахуе были. А потом только поняли, в чем прикол. Тиля, дай-ка мне мясо. Да, держи, братка. Давай, давай. Хочешь, да?
Видели, да? Видите? Еба, жопа, разъёб, бля! Базаришь? Ну не подумайте, мы там... Никто себе не это... Страшно же все-таки. Ну, в принципе, да, там нет-нет, мысли были, а что там? Есть же девушки там, лицо не очень, да? А вот фигура. Ну, привязать руки просто к решетке как-то. Не-не-не, это гоме, теля, все, пойдем отсюда, от души. Все. Если родиться. Интересно. Мужики, хорош катать, дайте мне тоже поиграть. Зомби-человек, ну такой типа адекватный. С розом, что ли? Что сказал? Сюда иди. Может, даже это будет какой-то лекарство, типа. Мужики, чувствуете, да? Чем-то пахнет и... Фу, я, сука, русская, блядь. Не здесь же надо пердеть. Чё ты тут пердишь? Не, пацаны, извиняйте. Срать хочу. Тиля, иди, Рус, а до туалета доведи. Он один, походу, даже срать не может. Да, пацаны, насвай закончился. Я здесь срать не могу. Знаете ведь? Я тебе сколько раз говорил этот насвай бросать? Да хорошо, он не доведет. Один день захлебнешься в своем же говне и сдохнешь. Ха. Поехали лучше за насваем съездим. Или вы что, до конца жизни? Срать не хотите? Поехали. Тимоха, брат, на ту якосы ехать надо. И мы же контент снимаем. Влог как-никак. Людям же интересно будет, что и как мы достаем. Покатило я. В натуре, да. Пацаны, фонарики оденьте, а то вдруг ночью влог, будем возвращаться. Короче, начинаешь перед тем, как ехать в город, надо как следует подготовиться. Когда вся эта канитель началась, мы начали сразу пересматривать фильм. Да, надо что-то придумать, что-то показать, куда-то сходить. Например, вот это из фильма «Поезд в Пусан». Это, например, если тебя зомбак укусить хочет, то ему же не получится. Самое главное, это, конечно, оружие. Но у нас, к сожалению, оружия не так много. Но зато смотрите, что я с соседней хаты стырил, да? Винтовка она нифиговая. Пацаны, я винтовку беру. А я травмат возьму. А я, пацан, сейчас обоснусь, давайте резче. Пришло время показать вам гордость нашего убежища. Такой, знаете, юмор, вот короче, вот где-то на нижних уровнях. Не, ну не бэха, конечно, но тоже козырная. Мы сначала хотели X5 взять, чтобы как бумере летать. Но это тоже ништяк лайба. Ну вы не подумайте, мы ее не спиздили. Нам хозяин сам отдал, когда ему зомбак ногу отгрызал. Че, братан, чекнемся за переднее место? Давай, давай смело. Райл, Двайл, иди нахуй. Че, кто ворота откроет, Че, пацаны, почекаемся? Понял, понял, открою. Камеру подержи. Давай. Только генератор не забудь выключить, а то ночью без света останемся. Хорошо, вырублю. Мужики, интересно, да? Аскетонит превратился в зомби или что? За языком следи, нормально. Не, ну читай же, явно как зомбак. На мне цепи на шее, поцелуй, луй. Пацаны, странно, а почему собаки и птицы в зомби не превращаются? Руса, слышал, да? Я тебя, короче, зомбак укусит, да, можешь не очковать, псина. Пошел ты. Это реально странно. Короче, ладно, помните, я вам говорил то, что мы в центр не ездим, потому что там зомбаков много. Поэтому мы обчищаем пригородные магазы, там ларьки, ежи. Сейчас какой-нибудь магаз найдем, может, и на свай будет, правильно? Этили, он там, кто у дороги стоит? Что там, полностью? Ну, видишь, руками что-то машет. Притормози-ка, Тиля. В разные стороны смотрят. Тиля, заеба, тормози-ка! Да это зомбак, мужики? Какой зомбак? А вдруг ты человека сбил? В натуре! Тебя же посадить могут за это! Что, дебил, что ли? Кто меня посадит? Зомби-полицейский, что ли? Короче, ладно, давайте выйдем, посмотрим. Только осторожней, пацаны. Ну, ладно, давай. Пацаны, мы его, походу, бочиной сбили. Аккуратнее, Руся, пожалуйста, давай, аккуратнее, пацаны, давай. А чё ты толкаешь его, Рус, переверни. Я тебе говорил, это человек. Нифига себе. Вы чё, не узнали вы, мужики? Это не человек, это чёрт вонючий. Кто? Вы чё, пацаны, это же Мары! Вместе с нами в школе учился, вы чё, не помните? Один раз аппарат шатнули, всё сразу ментам сдал. Я не помню. Рус, ты не помнишь, что 10 минут назад было? А чё 10 минут назад было? С ним чё будем делать? Короче, тут оставляем, покатило. Ну серьезно, мужики, нахера нам нужны? Он же снова нас сдаст, ты! Кому сдаст? Зомби-полицейским, что ли? Не зомби, ну вообще, короче, мужики! Пацаны, хорош, нельзя его здесь оставлять. Видно же, домашний пацан, готовить хоть будет. Если он будет готовить, тогда ты чего будешь делать, индеец? Да заебался я готовить. Все, короче, вы как хотите, я лично против.
вроде, это магазин есть на свой? Да хер его знает, мы же в этом селе первый раз. Не, пацаны, могу уже. Пойдемте проверим. Двинули тогда, тогда эту камеру здесь оставим, вторую бери и пойдем контент снимать. Все хорошо, пацаны. Тихо, тихо, тихо. Рут, сзади снимай, чтобы нас видно было, мы вперед пойдем. Я надеюсь, это только для съемки, так? Разбросали мусор. Да ты слышишь просто? Ничего я несу. Конечно. Пойдем выше. Что сюда машина делает? Ну, я про мусор только говорил. Короче, быстрее, на свай, берем и валим отсюда. Базару нет, пацаны. Че? Я бабки нашел. Русы, ты что тупой? Тебе нахера бабки нужны? Эй, это ты тупой. Ты знаешь, сколько можно насвай купить на эти бабки? Придурки, заткнитесь. Вы что тут хотите? Из-за насвай сейчас сдохнуть, что ли? Быстрее ищите, блядь, и поехали отсюда. А вот все, нашел. Все, покатило, быстрее, быстрее. Что, все, поехали? Эй, блин, пацаны, не могу я. Живот болит, срать хочу. Подождите, пожалуйста. Эй, Рус, вот ты кадр, давай супер речь. Актерка. Я быстро. Мне его жопа заебала уже. Я запарил этот дебил. Че он так долго? Офигеть, что так можно долго делать, а? Срет он. Че он делает? Офигеть, это что такое? Так, давай, Тимоха, стреляй, души, давай, давай, делай, стреляй, давай. Тимоха, все, давай. Чуть-чуть. Делай рук. Красава, лучше ебана, пойдешь. Ебана, видели, как щелкнуло? Пойдешь, красава. Офигеть, там, посмотрите. Офигеть, они, что такое? Они, походу, на звук все стягиваются. Вот там, с этой офигеть. Стороны. Пацаны, валют там. Давай, давай, давай. Ай, блядь, здесь, блядь. Тебя уйди, блядь. Ну, давай, давай. Поднимай лестницу, поднимай. Быстрее, валим. Быстрее. Куда, машинки, что? Блядь. Ай, блядь. Помогите, пацаны. Помогите, сука, блядь. Вали, вали, давай, бежи, давай! Эй, пацаны! Бог, сделай что-то, помоги! Сейчас, Рус, помоги! Блядь, ты тут со мной пошел, блядь! Пойдем, пойдем, срать не смейся, заебал тоже Рус! Вали, 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 мужики! Что, там нормально, тишина, да? Да-да-да, вон за углом машина наша, пацаны, только давай, тише обжигаем. Давай, давай, давай. Стой, стой, стой. Опа, валим, валим, аккуратно, аккуратно, мужики. Эй, да он один, давай его. Тимоха, далеко не стреляй, хорошо, собаки сбегутся. Давай, давай, давай. Давай, делай, давай, аккуратно. Нас! Красава, делай. На! Гаси! Пойдешь, красава. Да, пацаны, видели, как я его вырвал? Тимоха, ты че? Собаки же, Тимоха. Валим, пацаны, валим. Валим. Эй, фига включи, быстрее, давай! Какого фига ты идёшь на руль, я же стою, ты чё гонишь, эй? Ты чё, не ебанулся, что ли? Давай, быстрее, пацаны, дай перевернуться, дай почкаемся! Эй, уйди, ты чё гонишь, я не чё за чё не по вообще, пацаны? Пацаны, пацаны, пацаны! Ты чё, это он? Всё, 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 заебал, успокойся, нормально! Ты чё так не говоришь? Нормально! Нормально, пацаны, на, доедем! Давай! Бля, пацаны, я жопу не вытер. Эй, Руси, давайте я к вам камушек подберу. Я. Пошел ты! Когда это уже закончится? Еле как за насваем ездим, мы. Пацаны, ничего с ним делать? Положи его куда-нибудь. Тише, тише. Успокойся. Быстро он проснулся. Вы живые? Конечно, живые, терпила, скажи спасибо, что ты живой. Ничего не помню. А что произошло-то? Короче, какой-то вирус на планете всех в зомби превратил. Но остались лишь достойные. Ну и ты. Нет, это я помню. Я про сегодняшний день. Ах, что сегодня произошло и почему у меня так тело все болит? Диля, что, расскажешь, что было? Ну, давай, давай, ну-ка камеру подними. Давай. Эй, Маре, ну-ка присядь, давай. Эй, Маре. Когда, короче, мы тебя нашли, да? Тебе этот зомби. Зомбу носило! Зомба оргия была лично! Zomhub.com! Дай-ка камеру, ну-ка! Да. Да. Веселые вы ребята. Ты че, обижаешься, что ли? Насиловал тебя никто? Били мы тебя просто. Какого хрена?
Проще общайся. В следующий раз дорогу будешь в правильных местах переходить. А для кого вы это все снимаете-то? Ты же вроде умный пацан, блядь. Чё дуб дубом? Это же контентно, правильно? Ты понимаешь, да, когда это все закончится, в сеть выложим? Знаешь, как выстреливаем, Мара, блядь? Вы что, реально думаете, все это закончится? Ты капец тупой. В 2020 году коронавирус закончился? Закончился. Эта эпидемия тоже закончится. Да, ты, кстати, тоже в кадр попал, может, хайпанешь. Повезло тебе, Марат. Пацан, вот, хватит. Ладно, Мара, пойдемте дом покажем. Спасибо. Быстрее, убогий. Блядь, а чё света нет, вы? Рус! Я не понял, ты чё, генератор не вырубил? Блин, забыл, сейчас заправлю. Давай быстрее. Пойдем, Мара, покажем, где ты будешь хавчик там готовить. Это что такое, Тима? Это что за фигня, Ну что, клетку не закрыли? А где зомбиха? Поменяй свой бел, пока не окаменел. Люди верят в то, что видят. Чуваки, мне вообще не вкатило, если честно. Были какие-то моменты прикольные, но так... Нет. Начало было вообще многообещающее, очень круто начиналось все, но когда перешли к этим влогам, типа реалити, что-то как-то и эти их разговоры, и столько мата, не знаю, не вкатило. Не знаю, может, вторая серия. Да, если вторая, там стопудово точно такая же. Что-то как-то... И юмор этот такой низкий, вот где-то там, вот внизу, где шутки про пертежи, пенисы и так далее. Печально, печально. Конечно, казалось то, что будет что-то крутое. Но момент, когда там чувак налетел на руку, был такой страшненький. Вот. Собственно, все. Я все сказал, по сути, по сериалу. Как вам? В комментарии. Увидимся там, пообщаемся, может быть. Я все читаю комментарии. Так что пишите, как вам реакция. Реакция, собственно, какая была. Просто меня это не впечатляло ничего. Как вам сериал? Будем ли смотреть? Увидимся в комментариях. Ставьте лайк видосу. Все, всем пока. Check it out.